Вы любите петь? Тогда любите и пойте в эфире телеканала СТВ Екатерина Забенько и самый народный проект «Поющие города». Четвертый год подряд для участия в масштабном шоу мы приглашаем самых артистичных, талантливых и, конечно же, смелых со всех уголков республики. Поспешите и вы занять место в созвездии талантов. Заходите на сайт ctv.by и следуйте указаниям. И будет вам счастье в виде участия в народном талант-шоу «Поющие города». В нашем проекте без победителя не обойдется. Я представляю очередную тройку участников. Виктория Дрозд, я из города Светлогорска, мне 16 лет, исполню песню «Блюз». Страна на ушах стоит в ожидании нашего грандиозного шоу. Вверх тормашками решила себя показать и наша первая участница на сегодня. Пожалуй, перевернем изображение, чтобы получше рассмотреть конкурсантку. Просто молчи, я уже знаю, что скажешь ты мне. А вы слыхали, как поют дрозды? Не удержусь от предсказуемой шутки в адрес Виктории Дрозд. Но добавлю, что Виктория поет лучше любых певчих птиц, тем более, что ее выбор – блюз. Сделай мне знак, уплыву, слушать, как поет молодая ночь. Где будешь ты, где буду я, расскажи на закате дня. Хорошие вопросы задает Виктория Дрозд, ответы на которые мы узнаем, может быть, и на закате, но, наверное, не сегодня, потому что еще очень много желающих продемонстрировать стране свои таланты. Всем привет! Я из прекрасного города Борисова. Меня зовут Вова Рутюнян, и мне 16 лет. Для вас прозвучит песня «Смуглянка». Смуглянка, молодого садина, и твои рода. Я краснею, я бледнею, захотела. Вот это подход, я понимаю. С таким отношением к городу, Вова, все смуглянки твои. Расхудрятый, грандиозен, крутой, я влюблённый, ты смущённый, ты тобой, грандиозный, на грёбку. Песни военные получаются у конкурсанта очень хорошо, а вот как он проявит себя в музыкальной битве мирного времени, увидим вместе, если, конечно же, Вова попадет в проект. А с такой группой поддержки попробуй не пройди. Вова, мы в тебя верим. Здравствуйте, меня зовут Игорь Вересович, я из города Любань. Где ты, где я? Какие спецэффекты! Это вам не просто песни на телефон записать. Тут и монтаж, и видеопроекция на стене, и 4 микрофона. Что-то мне подсказывает, что скоро придут бэк-вокалисты. Но вряд ли мы их увидим. Знаете, что мне больше всего понравилось? Песня у Игоря о несчастной любви, а танцы веселые и зажигательные. Город Любань болеет за Игоря, а мы от всей души ему желаем творческого вдохновения, народного признания и регулярного обновления репертуара. Знаете, друзья, для чего слону, такому большому животному, такой маленький хвостик? Чтобы слон не заканчивался внезапно. Так вот, чтобы и наша сегодняшняя встреча не закончилась многоточием, в любое время дня и ночи для вас работает сайт ctv.by, где написано о том, как можно принять участие в кастингах народного шоу «Поющие города». Напоминаю, что заявки принимаются до 10 августа, и вы еще вполне успеваете. И помните, мечта она такая, она обязательно сбудется, только у того, кто приложил к этому хотя бы минимум усилий. С вами была Екатерина Забенько, пока!